Рад вас приветствовать. В прошлом видео мы с вами остановились на том, что пополнили наш спотовый аккаунт, спотовый кошелек напрямую биткоинами через обменник. Но, как говорится, это, конечно, хорошо. Но лучше всего, конечно, торговать не на споте, потому что там гроши какие-то получаются. С такими объемами, как говорится, туда и листа нечего, ничего не заработаете толком, там 50-60 доллар, может быть, заработаете. Лучше уж работать на фьючерсе. Но фьючерс требует такой валюты, как USDT, вот она, то есть Tether. Вот она, видите, USDT. Как ее получить? А элементарно, заходим к себе. Нажимаем, торговля, продвинутая, нажали. Открывается у нас здесь, так. Мы с вами смотрим, значит, купить, продать. Все просто как валенок. Вот наши 73, 20, 29 биткоинов нам доступных. Что делаем? Либо ждем, когда оно подрастет повыше, повыше, там продаем с разницы там 20-30 центов от силы. Либо же не тянем резину, а просто-напросто продаем по рынку. Вот есть лимит, выставили, как вы хотите продать, либо же по маркету. Маркет, то бишь по рынку. Так, продавать мы будем всех их сразу. Нефиг им тут, как говорится, пылиться. Так, продать биткоин. Продать. Все. Маркет, ордер на продажу. Как видите, выскочило, все готово. Продано. Теперь у нас, как вы видите, здесь BTC доступно 0.0029, а у USDT 67.60. Ну, как говорится, это еще полбеды. Теперь еще интереснее тема. Возвращаемся к себе в свой кабинет. Так, вернулись. Заходим себе фьючерсный аккаунт. Так, и здесь есть у нас такая тема: купить криптовалюту или перевод. Мы нажимаем кнопку перевод. То есть с биржи любого кошелька, либо со спотового кошелька переводим на кошелек для бессрочных фьючерсов. Вот сумма, которая нам доступна. Переводим всю. Подтвердить перевод. Да, подтвердить. Подтверждаем. Все, переведено. Сумма 97.91. Прекрасно, все, теперь вы можете спокойно торговать фьючерсами. То есть здесь уже заходите на фьючерсную площадку и торгуете фьючерсами. В общем, все вот так вот просто. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Кто еще не зарегистрирован, регистрируйтесь по ссылочке под этим видео. Всем доброго, всем успешной торговли. Пока-пока.